Добрый день, уважаемые зрители. Мы находимся в химузле. У нас здесь вот отсюда основное питание на все шесть теплиц идет с этого химузла. Основные здесь бачки стоят, бак А, два здесь бак А, два бака Б. То есть мы отдельно для томатов готовим отдельно бак А и бак Б. И там отдельно для огурцов бак А и бак Б. Естественно, каждый бак мы отдельно готовим удобрения. В одном, где идет вот все сульфаты и фосфорное удобрение идет, а в другом идет, где все нитраты. Нитрат калия, нитрат кальция, нитрат магния, плюс микроэлементы идет вот в этих баках. Здесь все хорошо смешивается, хорошо растворяется. Уже с этих баков идет у нас компьютер. Компьютер у нас здесь Фито. Она хотя чуть устаревшая модель, но она до сих пор работает, хорошо работает. Здесь у меня вот в компьютере мы задаем программу. Здесь это по программе она идет. Можно задание полива давать, план полива, параметры управления, архив полива, ручное управление здесь. Она, как видите, и вот допуски есть, и состояние. Состояние это на данный момент, что идет. Сейчас вот у меня идет вторая зона, второй клапан, ручное управление. Я потом вот в конце я включу, как она работает. Вот оттуда с бак А, бак Б приходит сюда. На этот компьютер по программе pH и электропроводность обязательно уже по компьютеру я выставляю. Здесь вот они, вот эти есть клапана, которые сколько необходимо, они запускают, забирают удобрения и в общий смеситель. Вот это наш общий смеситель здесь есть, она, здесь вот она внутри. Все удобрения уже отсюда идет вода с хорошей температурой, которую нам надо. И плюс отсюда с бака А, с бак Б. И отдельная кислота сюда идет. Она все вместе смешивается. И отсюда она поступает сюда. Отсюда уже мы идем. Удобрение проходит по программе. Первая теплица, значит, первая, вторая, вторая теплица. И где какие программы есть, по этой программе компьютер берет и забирает. Вот она, все это проходит через фильтр, есть у нас манометр давления, обязательно проверять надо. Эти вот датчики на этом по pH-метру и EC-метру, это без этого никак, потому что это основной, который регулирует нам этот кислотность и засоленность, нам, который нужен. И здесь вот, вот в конце я вам покажу, как этот идет, сейчас вот. Смотрите, я сейчас запускаю компьютер, и она будет отсюда брать и подавать туда непосредственно на те теплицы, где идет полив. Вот, пожалуйста. Вот сюда. Сейчас я поставлю на машину. Объем воды. И где дальше она забирается. Где стоит инжектор, компьютер, где вот по программе идет полив, она через систему труб, вот у меня здесь клапана открывается, какая теплица начинает поливаться, и вот она приходит на распределительные трубы, вот эти вот большие, а от них уже на обе стороны идет капельный полив. Вот смотрите, вот она идет равномерно, капает здесь она, здесь вот она видно, она сейчас капает вот. Вот смотрите, он вот так идет у нас система полива. Здесь очень просто, система капельного полива, очень удобная вещь. Его в одном месте даешь, нормальное, правильное распределение удобрений по концентрации этого. И она, растение, в течение дня можно 1, 2, 3, 4 полива, в зависимости от погоды, от времени, от растений, то его увеличиваем, и это очень удобно, очень просто, и равномерный идет полив, и поэтому растения
получает равномерное питание и дает хорошие высокие урожаи.